Вернуть доверие бизнеса к власти – задача номер один. Об этом говорил губернатор на встрече с представителями Саратовского отделения общественной организации «Деловая Россия». Делегаты бизнес-сообщества посетовали на то, что банки сегодня отказываются от выдачи кредитов или предлагают неподъемные ставки. А это существенно тормозит развитие. Влияние оказывает и нестабильный валютный рынок, а также повышение цен. Рост энергоносителей. Мы с пониманием относимся к тому, как президент, в общем-то, поставил задачу по, значит, понятной процентному увеличению тарифов. Но, тем не менее, вот в данных ситуациях хотели бы и вас поставить в известность. Мы обращаемся сейчас к энергосбытовым компаниям с пониманием относиться. Глава региона, в свою очередь, заверил, что в ближайшее время намерен встретиться с представителями банков и понять, как они планируют построить свою работу в ближайшее время. Особое внимание будет уделено приоритетному сегодня сельскому хозяйству. Что касается роста тарифов, он неизбежен. Нам понятен рост, который будет там с июля текущего года. Он не будет превышать там 10%, но если отдельные какие-то перекосы есть в плане договоренностей, то здесь надо рассматривать предметно, точечно каждый вызов, вопрос, который будет возникать. Я думаю, что мы заинтересованы как никогда именно в благополучии сегодня и охвата в целом, и, наверное, работы, стабильной работы нашего бизнеса. Встреча прошла в рамках подписанного осенью соглашения между правительством и общественной организацией. Договор предусматривает дальнейшее сотрудничество, главной целью которого является создание благоприятных условий для региональных предпринимателей.